Этот город нуждается в нашей помощи. И чтобы его спасти, нам нужен резвое авто. И этот красавчик нам подходит. Врубай ему зло. Погнали. Итак, сегодня на тесте Mark II в сотом кузове с движком 1JZ GE на автомате. Фу, no. Блять, какой ты овощ, сука, да еще и на автомате, блять. No. Все марководы делятся на дрифтеров, драгстеров и овощеводов. И последним так вышло быть очень как бы зазорно, и в свой адрес они ловят фразочки типа «Синьо, атмо». Хотя мотор 2,5 литра и 200 сил является вполне достойным аппаратом, чтобы спокойно ездить по городу и наслаждаться комфортом. No. Блять, как страшно слева-то ездить, no. Твою мать! Но такие бойцы не заслужили должного внимания, ведь все хотят быть настоящими дрифтерами и постоянно искать резину на шиномонтажке. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы дрифтер? Да. А почему у вас резина шиповная, ведь не будет держака летом? Тем более, если взять турбированную машину или воткнуть турбину в овощ, все равно придется менять охлаждающую систему. Это главная проблема, которая мучает все марки, и первым делом надо финячить охлаждайку, а потом уже, как говорится, искать резину и валить. Отсюда вывод, что тюнинг должен быть грамотным, чтобы это не превратилось в вечно проблемный долгострой. И вообще, GZ это легенда, не смейте писать в комментах, что надо было искать турбированную машину. Лучше встаньте дружно и начните скандировать. Кто ты, незнакомец? Джей. Слався, Джей! Слався, Джей! Слався, Джей! Марки в Японии являются своим родом японским BMW, потому что изначально это был как бизнес-класс. И вот этот бизнес-класс, вот это вот мнение перекочевало в Россию, и все марководы считают, что лучше машины нет. Только они не понторезы и не выскочки, просто они априори знают, что все машины вокруг говно. О, бэшки. Бешки, смотри, ру. Да, бля. Смотри, ру. Ой, бля. Боже. О, боже. Это... Кто там выезжает? Боже, Кайман, GTC. Вообще все марководы добрые и, как бы с иронией, называют себя нищебродами. Хотя вполне могут позволить себе Ford Focus в полной комплектации. Но опять же, очень грамотный тюник требует больших денег, и люди все равно выбирают праворукие японские автомобили. Такая дума! Че, опять дожирак? У сына язва. Опять диски поди купил. Да просто ты нахуй, это фонки, ты седьмой, блядь! Нам достался автомобиль чистый, ухоженный, никакого колхоза, свежеперекрашенный, то есть... Возраст автомобиля чувствуется только когда смотришь на эти кнопочки, ну потому что уже морально устаревшее, да, это все. Все работает, все. Электрорегулировка кресел полная, подушка, вперед, назад. Два двери. Двери открываются. Двери-то открываются, но кайф то, что нету рамки двери, придает свой стиль. На Субарях тоже он был, но Субару... Единственный косяк еще, который у всех марководов, это вот тут панель отклеивается. За счет... Ну, это, как сказал хозяин, косяк всех марков. Но самая вышка – это спидометр. Вы посмотрите, это же просто 80-е. Это же просто Дэвид Хассельхофф внутривенно.
Пробег у машины 298 тысяч. Ну, неизвестно, скручивали его или нет, но суть в том, что она еще столько же пройдет и не рыгнет, как наши знакомые японцы. Ну ладно. Вообще движки атмосферники являются миллионниками, поэтому хозяева марков, отправляясь на дальние странствия, типа 600-700 километров, могут не беспокоиться, что где-то сломают. Тем более изначально, как сказал, машина бизнес-класса, на стандартных стойках она чертовски мягкая, и поездка будет очень комфортной. Плюс, длина машины 4,7 метра, это добавляет комфортности. Плюс, это добавляет помощи начинающим дрифтерам, потому что длина машины помогает избежать всех ошибок. Это я украл из другого блога. Единственный вопрос, который может стать, когда люди едут на дальние путешествия на машинах с правым рулем, это обгон. Благо уже изобрели обгонные камеры, и просто камера крепится под стекло на сторону пассажира, и экран крепится к рулю. Но раньше, конец 90-х, начало нулевых, когда эти машины просто заполонили российский рынок, все было намного иначе. Ой, вылазь, блядь! Вылазь на обгон пошел! Быстрее, блядь, дура, вылазь! Все, кунг-фури здесь, погнали. О, а справа-то мир совсем другой. О, на машине стоят... Ой, блядь, сука. Первая ошибка человека, севшего после левого руля на правой, перепутать поворотник с омывайкой стекол. Ну что делать, если вы решили стать вторым Гочи и Чевчаном? Но бюджет ограничен, а валить пиздец как хочется. Для этого нужно: первое, покупаем более-менее едущий марк. Второе, чтобы была 134-я мешалка. Третье, выкидываем салон и продаем. На эти деньги покупаем турбину. Четвертое, воруем резину на шиномонтажках. Пятое, наливаем ведро воды с речки, чтобы можно было охлаждать двигатель. Шестое, клеим наклейку РДС. И седьмое, самое главное, используем заварку. Ты что-то не сможешь ездить в городе, и твоя резина будет гореть просто синим пламенем в поворотах. Но пацаны оценят. Заварка. Почему люди, жертвуют ну, вот левым рулем, все-таки берут машину? Как бы они могут позволить себе дорогую, потому что у них много денег на тюнинг. Нет. Ну, большинства. У кого денег нет, это они он. Ну это стильный, чувак, это стильный. Это уже такой. Единственный косяк, который может вызвать, это когда ты заезжаешь на парковке и заезжаешь в Макдак. Прямо. Потому что ну надо тянуться, либо купить селфи-палку. Ну да, это единственное, что можете спросить. Но я подумал, плюсы, и мне помогли ребята. А плюсы — это машины. Ты всегда выходишь на тротуар. Всегда выходишь на тротуар. А тебе удобнее общаться с другим водителем, потому что ты общаешься руль в руль. Я бы, знаешь, что сделал грустно? No. Перекидывал бы на левый руль. Это же гоже есть. Панель ты не найдешь, Subaru можно перекинуть, блядь. А панель, ну любую другую взять, отдает того времени. Как говорят трушные водители праворуких машин, кто перекидывает руль, тот пит. No. Японский кар должен быть с правым рулем. Да. Только 35-й GTR может быть слева. Чувак, ну если... И то. Если я и так еще не понятно, как уважаюсь, если я справа выйду в руль, это же я пол Рязани разрушу. А если в Москву, так мне вообще всемир террористов признают. И будут ведь Алия Салави. Но я бы не стал бы брать ну, машину как одну. Да, я бы сделал. Должна быть вторая машина. Я бы сделаю машину выходного дня. Машину выходного дня идеально. Ой, ебанутый. Смотра. Поэтому, если у вас есть деньги на хоть какой-то тюнинг приличный, покупайте эту машину, но чтобы у вас всегда стоял в гараже Кашкай старый и ездил. Да, любой, ну да. Ну или хотя бы Приор. Приор за 1,8. Тёма говорит, он говорит, это не есть машина каждодневная. Он говорит, вообще классно. Ой, Приора опущенная. Тут в Рязань приехал.